Здорово, Орлы. Мы сейчас находимся на съемках фильма «Кощей бессмертный». Но одно другому не мешает, и мы обязательно приедем к вам в ваш родной город с нормальным концертом. А снимаем мы, как видите, сказку «Кощей бессмертный». И я надеюсь, кассета через полгодика будет у вас в кармане с этим фильмом. Привет! Вот поплелся в путь Иван. Шел упорно, как баран. Вот он вышел на болото, весь оброс, как партизан. Заебался я идти. Надо хоть воды попить. Со вчерашнего запоя надо трубы мне залить. Кто-то чешется в мудях. Не помру ли я на дне? Ломит череп, спаса нету. Кто там квакает в кустах? Заебло.
Он заехал в темный лес. Лес был черный, словно бес. Стало страшно тут Ивану. Он схватился за обрез. Он избу увидел вдруг. Из избы шел смрадный дух. А изба на курьих ножках. Тут Ивана взял испух. Избушка, избушка, повернись к лесу передом, а к Ивану задом. И немного наклонись. Наклонилась изба, отвалилась труба. Все в избушке загремело, словно там была борьба. Там, короче, чугунок упал бабке на лобок и ошпарил ей в трусах лобковые волоса. Бабка стала тут орать. «Чертов душа в сердцу мать! Это где ж видано, чтоб с бабкой можно всяко вытворять?» «Лан, бабка, не ори! Слюни лучше подотри! По лесам я, бабка, мотаюсь уж поди недели три. Ты ступай в свою избу, приготовь мне там едьбу. Я неделю без едьбы все скачу туды-сюды. У меня давно кишки завязались в узелки, а чтоб вовсе не загнуться, я сожрал свои носки. Я подохну ща вообще! Навари мне, бабка, щей! А потом ты мне поведай, где живет мудак Кощей!» Вот добрался наконец наш Ванюша молодец. Подошел к дворцу Кощея, крикнул: «Выходи, подлец!» И предстал пред ним Кощей. Говорит Ванюше: «Эй, ты нарушил, Вань, границу территории моей!» Подошел к нему Иван, вынул меч, обрез, наган, и сказал он речь такую, опрокинув водки жбан: No!
вам Кощея бить. Стал его козла гасить. Уебал пинком по роже и по яйцам вдарил тоже. А когда устал пинать, побежал жену искать. А Кощей, схватив пизды, сразу же уполз в кусты. Тихо, тихо, не так быстро. Ну ладно, ладно. Так, давай. О, заебись. Пошел. Давай. Иди. Поехали. Так, вот такую рожу давай. И пошел. Так, стоп. Заебался я идти. Надо хоть воды попить. Стоп. Отлично. Не дайте. Заебался я идти. Надо хоть воды попить. До вчера что? Опускай. Еще. Пошел. Так, стоп. Подожди, надо включить эту хуйню.
таким вопросом. А? Поехали. Давай. Не, ну ты говори, что-то чешется. А, что-то чешется в мудях. Не помру ли я на днях? Ломит череп, спаса нет. Так, давай. Не, ну ты говори, что-то чешется. А, что-то чешется в мудях. Не помру ли я на днях? Угу, нормально. А, нет. Нормально. Дубль два. Так, говори, да? Давай. Говори сам. Ломит череп, спасу нету. Кто там квакает в кустах? Кто там квакает в кустах? Давай, пиши, пиши, нормально. Подойди сейчас к этой самой, к луже и прям хуйни пинком по ней.
Национальный, Юр. А вот теперь сейчас, знаешь, как сделаем рэп? Вот так там держи. Машина в кадре идет. Все нормально, стой! Юр, стой! Поехали. Так, отлично. Уходи из кадра.
Пошел. Угу. Ой, стоп. Че, нормально? Что... Включай. Я включу. Иди, иди. Смотри. Эй, нормально, давай. Да, по кругу. Ну давай. Быстрее. Ну. Давай. Висить.
Нормально, хорошо ушел. Пой, пой, давай. Хорошо, такси. Давай ебанули. Слышь? Давай на фоне вот этого леса из ружащих как ебу. Слазить. Все? Да, да, давай. Снимали с этой хуйни. Мы уже съемки прошли. Она развяжется один хуй, она ходит, ебаный, это ремень. Она сейчас расстегнется. Поехали! Давай, чего ты встал-то? Пошел! Так, пошел! Приставай, что-то. Давай, иди.
Чехали. Не, сейчас. Стой, стоп. Юрец, ну ты... Стоп, пока, да? Беги, беги, резвей, беги. Это заебут. Давай, 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 живее! Прибежал, Ванюша. Ага, поехали. И по яйцам. Все. Ага. Поехали. Нет, еще раз. Давай, давай, еще разок. Начали. Так, давай. Ага, немножко. Поехали. Сюда мы не туда. Ну, с Богом, поехали! Давай, Юр, давай, давай, смотри, смотри. На меня давай. Я на тебе уже. Уходи, 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 уходи.
Начали. Давай. Юра, перехожу на тебя. А? Давай. Так. Давай. Идти. Да. Выходи, подлец! Давай. Выходи, подлец! Ага. Сейчас сам вот красивый фон, да? Охуенно, желтый, блядь. И со... на съемках, да? На съемках. Да, да. Готов? А? Поехали. Давай, пошли. Здорово, орлы. Мы сейчас находимся на съемках фильма нашей сказки «Кощей Бессмертный». После съемок мы собираемся приехать к вам в ваш родной город. Уже без всяких подстав. Меня зовут Хвой, как вы поняли. И дадим нормальный концерт, так что ждите нас на днях. Мы появимся. Хуй... Пошли. Здорово, орлы. Мы сейчас находимся на съемках фильма «Кощей Бессмертный». Но одно другому не мешает, и мы обязательно приедем к вам в ваш родной город с нормальным концертом. А снимаем мы, как видите, сказку «Кощей Бессмертный». И я надеюсь, кассета через полгодика будет у вас в кармане с этим фильмом. Привет. Здорово, орлы. Мы сейчас находимся на съемках фильма «Кощей Бессмертный», который снимается по нашей сказке. Хочу сразу извиниться за то, что я в тот раз не смог вам приехать. Сами понимаете, нюансы бывают всякие. Просто я погорел по одному делу. Но сейчас я к вам обязательно приеду, поэтому ждите нас с хорошей концертной программой. Я, Юра Хвой, и наша группа «Сектор Газа» ждем вас на наших концертах. Давай. Скажешь-то? Поехали. Да. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Отлично. Давай. Все, я работаю, выходи. Теперь над водкой. Вот, сейчас снимай. Опять так, видишь, вот это все висит. И ты снимаешь. Сейчас воды нальем. Ёбаный, какая же. Значит, сейчас налью. Зря. Выпивай.
Ага, я понял. Срежу. Кидай. О, путь. Ага, и он пустой, как раз, он хорошо горло достал. Давай. Путь. Поразительная точка. На фоне, блядь, желтой хуйни. Все, давай. Включай. Здесь мы сейчас драку снимем. Ну так удара-то не будет видно, ты просто скатываешься. Ну удар там смонтируй. Ну да, естественно. Все, давай, катись. Готов, да? Да. Скажешь, когда. Я работаю. А может, знаешь, как сделать? Типа я вот так. Я останавливаю, блядь. Это же при монтаже снимем. А, вообще, да. Я работаю, катись. Все, работаю. Да. Сейчас понял. Попробуем. Как сделать более. Да. Не знаю, у нас. А я крикнул тогда в голос. Пошел.